Доброе утро. На 12-м канале «Час новостей» в студии Дарья Шадрина. Смотрите в этом выпуске. Центр города все утро стоит в пробках. Авария на линии электропередач. Эта ночь установит рекорд. По морозам в регионе ждут аномальный минус. Суд над Дровейном вновь откладывается, что на этот раз помешало заслушать дело экс-чиновника. Как колонизировать Луну, расскажут дети. В Омске стартовал Робофест. Подробности в прямом включении. И собрали звезд на трибунах, гостями матча «Авангард СКА» стали легенды футбола и другие знаменитости. Этим утром произошла серьезная авария на линии электропередач. Провода лопнули сразу в двух точках города. Троллейбусы остановились, из-за чего центр Омска встал в одну огромную пробку. Порыв произошел около 8 часов. Остановить участок быстро не получилось, так что в утренний час пик движения транспорта от телецентра и до туриста было крайне затруднено. Причины аварии пока не называются. Не исключено, что электропровода не выдержали мороза. Ночью температура опускалась до минус 36 градусов. Сегодня утром произошли обрывы контактного провода троллейбусной линии в районе Сибади и в районе городка Водников. Причины обрыва выясняются, ну и движение сейчас вот на данный момент уже восстановлено. Но в ночь на среду в регионе ждут рекордный минус. В течение дня градусники покажут минус 30, минус 35. А вот в ночные часы, особенно по северу области, будет аномально холодно. Столбики термометров опустятся до 45 градусов. При этом ощущаться такой минус станет как 52 градуса мороза. Холода продлятся всю неделю, затем слегка потеплеет. Ощутимо мороз отпустит лишь во второй половине февраля. Усиление морозов привело к увеличению пожаров. Люди, чтобы согреться, используют обогреватели нередко кустарного производства. Так, накануне горела комната в общежитии на 10 лет октября. Спасателям потребовалось 40 минут, чтобы локализовать возгорание. Были эвакуированы 17 человек, среди них трое детей. Вызволять людей с верхних этажей пришлось по автолестницам. Не обошлось без жертв. Погиб мужчина. Следствие устанавливает причины ЧП. По предварительной версии, огонь мог вспыхнуть из-за накаливания обогревателя. Без воды сегодня останутся жители домов Кировского, Советского и Октябрьского округов. Несмотря на морозы, здесь запланированы работы по ремонту водопроводных сетей. Отключения проведут также в детсадах и больницах. Так, на бульваре Зеленом до 18 часов приостановят водоснабжение в нескольких многоэтажках. На Мира ремонтные работы продлятся сегодня и вовсе до 11 вечера. В четверг, 7 февраля, специалисты компании зайдут на участок у горбольницы номер 7 и Дома творчества Октябрьского округа. Подробный список домов и организаций, где отключат воду, есть на сайте Омскводоканала. По другим темам, в Омске продолжают судить Иосифа Равейна. Напомню, экс-главу Кормиловского района обвиняют в убийстве жены. На прошлой неделе присяжные вынесли вердикт «виновен». Что сегодня происходит на заседании, расскажет Юлия Думанова. Она на прямой связи со студией. Юля, здравствуй, ждем подробностей. Здравствуй, Даша. Но нужно сказать, что сегодня в Октябрьском районном суде вновь ажиотаж. Пришли несколько десятков человек. Но прежде всего большинство из них это журналисты, представители телеканалов, интернет-изданий, печатных изданий. Пришли сегодня и родственники погибшей Светланы Равейн. Но нужно сказать, что история повторилась. Иосифа Равейна сегодня на заседание приставы вновь внесли. Сам он дойти не смог. Напомню, на прошлых заседаниях он жаловался на плохое здоровье, повышенное давление, недержание мочи. Ему даже вызывали скорую помощь прямо на процесс. Часто плакал, просил прощения у детей и уверял, жену убил неумышленно. Сегодня он сидел в закрытой позе, сложил руки, прятал лицо под капюшон. Напомню, что на сегодняшнем заседании должны были состояться прения сторон и ожидался приговор. Однако, Даша, этого не произошло. Дело в том, что на заседание не пришел адвокат Иосифа Равейна. Как оказалось, он находится на больничном. Гособвинение просило, чтобы заседание все-таки состоялось, продолжить без адвоката, однако против оказался сам Иосиф Равейн. Поэтому суд принял решение заседание перенести на неделю. Но я напомню, что Иосифу Равейну грозит 15 лет лишения свободы. Даша. Спасибо, Юля. Мы продолжаем выпуск.
Как выглядит будущее в эти минуты, можно увидеть в Омске на велотреке. Здесь проходит молодежный фестиваль «Робофест». Более 200 команд из регионов Сибири, а также Алтайского края, Крыма представляют свои работы. Состязаться будут в 13 видах соревнований. Победа в конкурсе станет не только билетом на всероссийский фестиваль, который пройдет в Москве, но и бонусом при зачислении в вузы. Юным робототехникам добавят от 3 до 10 баллов при подаче документов в Омский политех, университет путей сообщения – 2 балла в приемной комиссии педагогического. Каких роботов представили ребята, мы сейчас узнаем у нашего корреспондента. Нана Кокорина на фестивале. Наня, здравствуй. Тебя техника юных инженеров впечатлила? Даша, сказать, что впечатлило, это не сказать ничего, тем более, что представляют свои работы не только школьники, но и дошколята, то есть ребятам, которым 5-6 лет. У них работы достаточно милые, поскольку в своих роботах они, по сути, в миниатюре показывают процесс производства. Если сейчас видеоинженеры мне помогут, мы засняли один такой цех по деревообработке. Он полностью стилизован, то есть есть робот, который рубит дерево и автоматически укладывает его в специальную тележку, в которую, я хочу обратить внимание, запряжена автоматическая лошадь, которая начинает двигаться исключительно, когда видит красное яблоко. И от удовольствия она даже виляет хвостиком. Такое достаточно умиляющее зрелище. А роботы посерьезнее представлены вот в этом крыле. В основном и авторы – это школьники, ребятам от 8 до 10 лет. И по большому счету роботы представляют собой таких помощников, которые облегчают жизнь человеку. Вот здесь челябинцы, мы сейчас пройдем. Тут постепенно еще раскладывают роботы те, кто чуть позже пришел. Пожалуйста, давайте мы посмотрим робота-манипулятора, который... Была создана рука, которая сама занимается поливкой. Давайте мы приведем их в исполнение. То есть у нас есть датчики, которые как раз-таки имитируют сухую почву. И вот как только земля в цветке становится сухой, рука приходит сама в действие, захватывает стаканчик. Поливающий горшок. Давайте. Немножко, если можно ускорить процесс, мы бы хотели увидеть Нет. Очень медленно и аккуратно, чтобы не разлить, да? И вот, пожалуйста, мы можем обратить внимание вот таким образом. Ваши цветы будут в порядке. По соседству разместилась умная кормушка. Это, кстати, актуально сейчас, в мороз, когда минус 30. Выходить на улицу не нужно. Можно мы покажем вашего робота? Кормушка, так полагаю, что она автоматически, да? Расскажите, как действует. Когда у нас мы засыпаем корм в... Специальное устройство. Когда она понимает, что нет корма, что это происходит? Когда на емкости для кормления птиц нету корма, то тензодатчик посылает сигнал серводвигателю, тот открывает заслонку, которая одета на штифт, и заслонка открывается и закрывается, и высыпается определенное количество корма. Вот вы видите, какие умные дети. То есть, по большому счету, корм сюда автоматически высыпается, и выходить на улицу и добавлять сюда семечек не нужно. Это очень удобно сейчас в морозы. Особенно, уже лично меня впечатлил вот такой умный дом. То есть, по большому счету, это вот та процедура, когда не нужно ничего делать, дом все сделает за вас. Тут мы уже поговорили с некоторыми инженерами, они рассказали, что если вдруг на улице становится темно, что происходит с вашим домом? Когда на улице становится темно, тогда датчик освещенности это осознает и включает свет. Когда становится день, все то же самое. Отключается свет. Расскажите еще, какие умные датчики, что делают жизнь комфортнее? У нас есть датчик температуры. Когда очень холодно, мы лед взяли, тогда включается подогрев пола. Обратите внимание, видите, даже загорелись инфракрасные лампочки, которые как раз-таки показывают, что в доме становится тепло. Оп! Вот такая замечательная штука. А если дома очень жарко, то если очень жарко, например, смотрите, очень жарко. Тогда включается вентилятор. Вот тоже можно посмотреть, он крутится. В общем, вот такая импровизация, это вполне приятно, если все это перенести на настоящий дом, то жить становится одно удовольствие. Вообще же еще добавлю, что здесь в отдельную, так скажем, секцию выделены более еще серьезные работы, то есть ребята решают задачи по освоению космоса. Тут мы можем видеть даже некоторых космонавтов, и их работы.
В общем, рассказывать о тех работах, которые здесь представлены, можно бесконечно долго, поэтому мы, Даша, остаемся здесь и изучаем все новые и новых роботов, смотрим их в действии. Пока у меня все. Спасибо, Маня. Я вижу, тебя действительно впечатлили разработки юных инженеров. Тогда новые подробности от тебя ждем уже в следующем выпуске «Час новостей». Второй шанс загадать желание. Сегодня наступает Новый год по китайскому календарю Чунцзе, или праздник весны, один из самых продолжительных в Восточной Азии. Гуляние длятся 15 дней. Поклонники восточной культуры создают украшения огненного цвета. Как и в России, главная традиция – новогодний ужин. Причем на столе должно быть как можно больше блюд. А вот от алкоголя лучше отказаться. Главный напиток китайского праздничного стола – чай. Но этим летом к побережью Южно-Китайского моря мечи смогут отправиться прямым рейсом. Соответствующий допуск Росавиация уже выдала одной из авиакомпаний. Предполагается, что из Омска Боинги будут летать два раза в неделю в город Санья. Это главный город курортного острова Хайнань. Технические посадки предусмотрены в Улан-Удэ, Иркутске и Новосибирске. Новое направление, уверены специалисты, будет востребовано у омских туристов. Климат в Санья позволяет отдыхать на берегу залива круглый год. Кроме роскошных пляжей, эти места славятся хорошим чаем. Здесь же расположена главная достопримечательность – буддийская статуя Гуанани высотой 108 метров. Зазвучала по-новому Крутинская школа искусств, реконструирована, причем работы проведены капитальные. Теперь в музыкальных классах совсем иное, тонкое звучание, а в художественных – правильное освещение. Юные таланты района учатся прекрасному в здании бывшего районного потребительского общества, творческому объединению. Его передали 20 лет назад. Периодически школу ремонтировали, но теперь кардинально преобразили. Тем продолжит Ольга Колесник. Высокие гости, десятки журналистов. К пристальному вниманию, признается Антон Конторный, за 5 лет обучения в школе уже привык. Потому без стеснения в паре с преподавателем исполняет отрывок из любимого произведения. Волнение в импровизированный номер вносит обстановка. В просторном кабинете после ремонта гитарный дуэт иначе слышит себя. Звук стал чище и глубже. Кабинет достаточно большой. Больше, чем в прошлый раз, чем прошлый наш кабинет. Но пока к этой школе как бы не привык. В школе искусств полностью обновили коммуникации, поменяли кровлю, вставили стеклопакеты. Изменилась даже планировка некоторых кабинетов. В классе изобразительного искусства стало больше естественного света, а музыкальный зал увеличили. У нас нет недостатков в преподавателях. Преподаватели все высокого класса и высокие профессионалы, все с профессиональным образованием. И у нас уже в этом учебном году, по сравнению с теми, вот те годы у нас 150 было детей, в этом году у нас 170 детей. У нас наплыв детей, у нас конкурс по классу, вот музыкальное отделение, очень хорошо, гитара, баян, фортепиано, изобразительное искусство. Капитальный ремонт – финальная стадия модернизации Крутинской школы искусств. На эти цели выделили почти 6,5 миллионов рублей. Годом ранее сюда завезли оргтехнику, мебель и новые музыкальные инструменты – гитары, балалайки, фортепиано, синтезаторы. Так что раскрывать таланты здесь готовы не только местных ребят, но и школьников из соседних сел и деревень. Ольга Колесник, Анна Кокорина, 12 канал. Омский «Авангард» сухо обыграл питерских армейцев и поднялся на 3-е место на Востоке. Для победы над лидером чемпионата «Ястребам» хватило 2 шайб, при этом легким матч не назовешь. Уже на 8-й минуте красно-бело-черные остались в меньшинстве из-за грубой игры Никиты Пивцакина. Но сумели отстоять в обороне. Счет на табло перед перерывом открыл Сергей Широков, удачно сыгравший на добивание. В середине 2-го периода преимущество «Ястребов» удвоил Террел Бек, реализовав большинство. Армейцы пытались в 3-м периоде, но распечатать ворота Бабкова так и не смогли. Итог встречи 2-0 в пользу «Авангарда». Мы знаем, что у «СКА» нет определенного ни раската, ни в большинстве, ни в меньшинстве. Они играют, в принципе, потому что ребята очень мастеровитые. Вот, в принципе, нужно было просто грамотно подкатываться и, как Боб сказал, правильно играть люшкой. Конечно, это очень важно, грамотно играть в обороне, потому что плей-офф – это совсем другой хоккей. Вот, и сегодня была такая небольшая репетиция, я думаю, мы сдали ее на 5.
Кстати, матч «Авангард» СКА привлек внимание многих звезд. Главной фигурой был знаменитый футбольный тренер, экс-наставник английского «Манчестер Юнайтед», лондонского «Челси» и других первоклассных клубов Жозе Мауриньо. На хоккей в России он был впервые. Мауриньо провел стартовое взбрасывание. Собирался с трибун. В этот вечер следил и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Гимн России перед встречей проникновенно исполнила популярная певица Ирина Дубцова. А в перерыве в конкурсе буллитов приняли участие олимпийские чемпионы по лыжным гонкам и биатлону Александр Лихов и Антон Шипулин. Впереди еще прогноз погоды, ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Уникальный проект «Трио Лакасакс». Творчество на стыке музыкальных жанров, джазовой импровизации, фолк, фьюжн и необыкновенный драйв. 17 февраля в концертном зале филармонии. Музыка без границ. По мотивам романа Алексея Иванова. «Тобол» только в кино с 21 февраля. Где лечиться? Есть ответ. Приходите в «Ситимед». Созвала коровка Мила друзей и новым угощением удивила. В нем джем густой да йогурт нежный. Ложкой можно смешать и вкуса хоровод создать. Лужайкино. Полезный и сказочно вкусный йогурт. И в завершении выпуска о погоде. Сегодня, 5 февраля, по области в Омске переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в районах днем до 31 градуса, мороза в Омске -30, -32. Ветер северный 5 метров в секунду, атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Это все новости к этому часу. Эфир 12 канала продолжит программу Владимира Казанина «Управдом». До встречи в 14 часов.